сколько раз я ходил, знаете, мимо забора, там пес был. Он очень злобно смотрел на меня. Лаял, ну я ему сказал, так-то, так, я на-на-на. И однажды калитка была открыта. Понятно, да? Я думал, и пес стоял, смотрел. Он молчал. Он лаял только, когда была закрытая калитка. Когда открытая калитка, он молчал, и я понял, что это угроза. Вот собака молчаливая гораздо страшнее. Вы все знаете, что это такое. Как молчаливая жена. Не договоришься. Лучше скандал. Не договоришься.